Всем привет! Мы поехали в магазин, нас Юля в магазин отправила, надо контейнеры купить. Там уборкой дома занялись. На улице дождик опять. Всем привет! Пойдем, поехали отсюда. Я потуда не поеду. Едь покуда хочешь. Я вон там хочу. Да, поедем сейчас до фикс прайса. Надо купить контейнеры, все покажу, если куплю. Если будут, конечно. Все, не переключайтесь. Через пешеход надо, Вероника, это слазить с велика. Так нельзя ездить. Понятно? Я давно знаю, не то, что ты. Все, горит зеленый, можно идти. По сторонам, да, смотреть надо. Тут одного Ленина. Бассейн есть такой, центр плавания, Спартак называется. Веронику, может, на плавание отдадим. Она любит плавать. О, тут для великов сделали даже. Я рад за человечество. Пойдем в фикс прайс. За контейнерами. Вот контейнер какой. И вот контейнер. Маленький. Вышли с фикс прайса. Липтон взял, 7-Up и контейнеры. Сейчас покажу. Два штуки. Не два штуки, а две штуки. Два штуки. Один такой. Один такой. Один на 6 литров. А этот не написано. Да, пей. Так, два контейнера таких. Дождь что-то сильно разошелся. Тоже пить захотел. А, покажи, но он туда на лужу, как дождь. Приблизь. Пока приедем домой. Давай пойдем. Сегодня погода нелетная. Дождь идет. Свои же ролики смотрю. Вот такой ролик есть, когда сестра приезжала. Рыбки в аквариуме плавают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что ты у нас, картежница? Играть собралась? Да, с тобой. Любительница карт, да? Еще тот. Считаешь их или что? Нет. А что? Ищу нужную карту. Какую? Чтоб сюда, вот просто здесь одна карта семерка не хватает. Все остальные есть. Так, что надо получается? Вот такую, да? Черви это? Да. Ясно, ясно. Нашла? Да. Потом их обратно поменяю, конечно. Потому что мне вот эти карты жалко, потому что мы в них с бабой играли. Ходи, раз у тебя 8. Так.
6 на 8. Серьезно? Это бой. Восемь на семь. Бита. И у тебя там козырь, да? Нет. Я же говорил козырь, чё ты врёшь-то? Бита? Ну чё, конечно. Я проиграл. Я даже если бы с этой пошел, ты бы дамой отбилась. Оставила меня, короче, Вероника в дураках. То, что надо уметь играть. Все, я не буду с тобой играть больше. Вероника в Фикспрайс ездили, забыли хлеб купить. Пошел за хлебом. Еще мусор выкинуть. Там он вообще дождик так-то хорошенький идет. Промокайку одел. Капюшончик. И все. Нам не страшен дождик. Вот такой дождик поливает весь день. Да, надо. Сразу что-то вообще не взяли хлеба. Вылетело из головы как-то. Сейчас сказали, надо за хлебом идти. Время, наверное, 5. Мы только сейчас обедать будем. Сегодня суета такая, весь день какая-то. Ладно, смотрите дальше. Заодно взял, получается, огурцов, помидор. И хлеб. Все, пошли домой. Огурцы, получается, у нас 60 рублей, помидоры 75. У кого какие цены в городе, напишите в комментариях. О, а вот это у тебя откуда? Рома мне подарил. Я же ее не видела, она где у тебя была-то? Здесь стояла. Да. Где здесь? Ты ее не включала просто, что ли? Пока нет. А ты, Рома, куда ходил? Я тоже морзянку учу. Кого учишь? Морзянку. Что за морзянка? Азбука Морзе. Да? Да. А что, это выключили? Можно на азбуке Морзе вбить, типа, подпишитесь. И сказать, что пасхалка есть.